В Башкирии стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Она проводится в республике уже в шестой раз. Акция помогает подготовиться к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Подробности далее. С 1 июля по 31 августа канцелярские товары, школьные принадлежности от населения, от предпринимателей, от организаций, предприятий принимают межрайонные центры социальной помощи семье и детям. Они есть в каждом городе и районе республики. Канцелярские товары, да, принимаются в новом виде, а школьная форма, портфели – это мы принимаем и в бывшем употреблении, но в хорошем состоянии. Напомню, что в прошлом году общими усилиями в рамках акции удалось собрать школьные принадлежности на общую сумму свыше 7 миллионов рублей. Помощь в подготовке к школе получили свыше 7 тысяч детей по всей республике.